Вы смотрите Информбюро. Продолжаем выпуск. Жители Усть-Каменогорска обнаружили, что пока не могут зарегистрировать объединение собственников имущества или ОСИ, которые должны прийти на смену КСК. Официально такой формы управления недвижимостью еще нет. А ведь в следующем году кооперативы собственников квартир прекратят свое существование. Насколько высок риск коммунального коллапса, пыталась понять Индира Кокимова. Рушан Мустафина, старшая по дому. В КСК от их многоквартирного дома отказались. И жители решили, что самое время зарегистрировать объединение собственников имущества. Но не тут-то было. Нам отказали в регистрации. ЦОН и юстиция, они не готовы нас регистрировать. Одним из первых отказов было, что у нас, получается, заявление о государственной регистрации юридического лица не соответствует приложению номер один. Согласно изменениям в законодательстве, с 7 января следующего года начинается процесс ликвидации КСК. Каждый дом должен зарегистрировать либо простое товарищество, либо объединение собственников имущества, то есть ОСИ. Один дом, одно объединение, один счет. Жители домов, где решились зарегистрировать ОСИ, пока получили отказ, ведь официально такой формы деятельности еще не существует. Всего в Усть-Каменогорске 1738 многоквартирных жилых домов. И люди опасаются, что если сроки регистрации не продлить, а систему не наладить, то в январе может наступить жилищно-коммунальный кризис, когда в ожидании регистрации жильцы не смогут решать коммунальные проблемы. Государство никакой поддержки для жителей не сделала, не разъяснила. Банки не знают, как открывать эти лицевые счета. Какие гарантии будут со стороны государства. Мы все живем в этом мире, мы прожили уже не один раз, когда просто счета обнулялись. Люди будут копить год, два, три, а потом окажется, что у них денег нет. Олег Чернышов, член областного общественного совета, говорит, что новый закон ограничивает права граждан. Ведь есть успешные примеры работы КСК. К тому же такая форма управления, как простое товарищество, несет серьезные риски. Ведь все средства будут храниться у физического лица. И в случае их растраты или кражи добиться возврата будет почти невозможно. Да и найти на каждый дом ответственное лицо сложно. В принципе, да, сегодня можно найти там пути зарегистрировать, там не зарегистрировать, а собрать простое товарищество, да, там потом нанимать КСК как управляющую компанию. Форум много может быть. Но давайте все-таки сначала определимся с конкретным статусом юридическим статусом этого ОСИ. Сложность ситуации понимают и в ЖКХ. Ведут переговоры с банками и коммунальщиками, готовят памятки по переходу. Но по закону до 1 июля 2022 года все КСК в стране должны быть реорганизованы. В противном случае их ликвидируют в судебном порядке. Индира Кокимова, Евгений Щетников, Усть-Каменогорск.